поле кукурузы. 26 апреля мы посеяли. Это заключительное срок сева. Остальные все поля, которые здесь находятся, сеялись раньше. Удобрения при посеве вносились селитра 140 кг и ЖКУ 60 кг. Сеялка джандировская 17-45, рядов 16, медведя 70. В последующем обрабатывалась гербицидами балерина с мортирой. Обработка также была шарпеем против солки. И мы работали биологией здесь. Подкормка цирк, цинк и карбамид. И также микроэлементы НПК 18 и 20 по килограмму, по-моему. Вопросы по технологии, по возделыванию кукурузы есть какие-то? Температура какая была? Температура чуть меньше 10, наверное, потому что было холодно, весна была очень дождливая, прохладная. Кукуруза очень долго всходила. По нулю было очень заметно, что она долго всходит, потому что, во-первых, еще и растительные осадки, да, невыровненная была. Осадков сколько выпало на посеве? Надо посчитать, сейчас не скажу точно. А норма высева какая? Норма высева 65. Скажу вам, что вот 33,81, порядка 11 тонн в прошлом году показал урожайность при Азовской зоне Ростовской области. Ну, акустика чуть-чуть меньше. Акустика просто ФАУ 340, за счет этого у нее жизненный цикл, короче, она не сформировала. 11 тонн, ну, показала ровно 100 центнеров гектаров, по-моему, в Куйбышевском, в рассвете у Сергея Александровича. И вот 33,81 они выращивают уже не первый год. Вот, и, значит, ну, не буду говорить, но основной гибрид, который был в производстве, у них был замещен вот этим вот 33,81 по той простой причине, что в 20-м засушливом, очень стрессовом годе он показал урожайность на 20 центнеров выше, чем именитый американский гибрид. Мы, компания «Содружество», представляем передовую российскую селекцию гибрида кукурузы «Ладожские». Вот. Я думаю, что особая реклама не нуждается, многие знают. В производственных посевах есть и в рассвете вот, кукуруза ладожская. Вот. Ну, вы сами видите, хотя бы воздушная засуха немножко, как говорится, тут вот, сделала, подсушила. Но урожай сформировался, вы сами видите. Вот. Здесь у нас предоставлены гибриды ФАУ 250, Ладожский 250, 277, 292, 341. Все они зубовидные формы зернового направления. Вот. В прошлом году на демпосевах гибрид кукурузы Ладожский вот, получили 85 центнеров с гектара. Ну, я могу называть цифры заводские при идеальных условиях, что мы получаем 130, 120. Ну, производственникам интересна реальная урожайность, правильно? Вот, поэтому вот, в прошлом году была одна беда. Не хватило семян кукурузы. Вот, в этом году такой проблемы не будет. Добрый день. Меня зовут Владимир, менеджер компании «Сингента». Ну, я по центральной части, но меня пригласили помочь. Уважаемые коллеги, мне... радостно представить вам нашу генетику, нашу селекцию. Значит, у нас разделение идет по нашим гибридам кукурузы. Есть такой бренд, как Артезиан называется. Он позволяет эффективно гибридам использовать влагу доступную, формировать хороший урожай. Смотрите, только что сорвал первый попавшийся. Гибрид Си-феномен. Самый ранний гибрид с ФАУ 250, имеющий зубовидное зерно. Посмотрите. Написано 220, прошу прощения. Тонкий стержень, зубовидное зерно крупной формы, которое позволяет быстро отдавать влагу в момент созревания. Посмотрите. Держи. И початки стандартные, все опыленные доверху. 220 ФАУ. Давайте перейдем дальше. Гибрид Си Фартага, также с брендом Артезиан. У этого уже 250.
смотрите, 14-16 рядов до 22 рядов в хороших условиях закладывают. Его особенность, также крупное зерно к моменту уборки будет очень быстро отдавать влагу. При наступлении черной точки 32% влаги начинает скидывать влажность просто на глазах. Всем добрый день, коллеги. Меня зовут Миков Дмитрий. Я представляю компанию Садбау и представлю вам нашу линейку кукурузы. Начнем мы с гибрида контента FAO-230. Для этого гибрида характерно раннее цветение, и в принципе он хорошо себя чувствует в стрессовых условиях, то есть он стабильность дает, свою норму он обычно набирает. Пойдемте дальше. У нас в принципе молодая линейка, то есть практически все гибриды здесь представлены, они зашли только вот в 2020 году и не раньше. Кассандра с FAO-250. У него уже заложен достаточный потенциал, но он также хорошо пережидает стрессовые условия. Это наш трехлинейный гибрид, то есть его, в принципе, с него можно получить, он отзывчив к интенсивным технологиям. Следующий гибрид Альбирио. Это гибрид, он очень хорошо себя будет чувствовать в стрессовых условиях, так как он четырехлинейный. То есть в его генетике заложен то, что за счет того, что у него четыре родителя, он может дает стабильную урожайность в любых стрессовых условиях. Это, наверное, наш самый известный гибрид Данубио. Он достаточно давно на рынке, он отзывчив к интенсивным условиям, то есть и в принципе в благоприятных условиях на нем люди получают достаточно высокие урожаи. Но это, наверное, это актуально для более увлажненных зон. Пойдемте дальше. Новинка наша, которая вышел, гибрид, который только в этом году выходит на рынок, Леонида. Он также отзывчив к интенсивным технологиям, но мы так больше его пока проводим обкатку, смотрим. Он универсальный, двойного назначения, то есть, в принципе, по результатам испытаний он хорошо показывал себя как силостный гибрид. Ну и один пока что из самых наших поздних в нашей линейке гибрид Космина. Вообще для него характерна достаточно большая высота и высокое прикрепление початка, но он также больше подходит для таких условий, интенсивных условиях и более влажных зон. Но тем не менее он, в нем заложен большой потенциал урожайности, как силостной, так и зерновой. Результатом прошлых лет лучше всего проявляли три гибрида. Это Контента, Кассандра и Альбирио. То есть, в принципе, если мы говорим именно о стрессовых условиях, о пластичности, то вот эти вот три гибрида я бы рекомендовал пробовать в таких жестких условиях. Они всегда набирают вот свой минимум при жестких условиях, при минимальных затратах. Под орошение, если мы возьмем, то я думаю, это Космина. Также здесь у нас не представлен один гибрид, более поздний, Маджонг, у него FAO-430. Вот у него на орошении как раз таки очень хорошие результаты, и он очень интенсивный гибрид. Но в таких засушливых условиях его сеять нет смысла с таким FAO и по таким технологиям. В демо, скажем так, мы обкатываем только новинки. Вот у нас единственное, как Дануби, он, грубо говоря, идет как стандарт. Контента у нас второй год, Кассандра, Альбрео, это все новинки. Мы на них смотрим. Прошлый год показал себя достойно, мы хотим закрепиться здесь. Повторюсь, Дануби идет как стандарт. Его распространяем от республик Северного Кавказа до Центрально-Черноземного района. Шикарно показывает себя, прекрасное качество, выполненность. Вот, здесь мы специально собрали гибриды географически для зоны рядом Краснодар, Ставрополь. Все приезжают, смотрят, это интересно людям, его как раз надо использовать и в Краснодарском, Ставропольском, и также в Ростовской области. Значит, у нас сейчас в линейке 5 гибридов подсолнечника, из них 2 гибрида по системе Clearfield,
два гибрида по системе Clearfill Plus и один гибрид по системе Express. Вот конкретно здесь представлены два гибрида по Clearfill Plus, это Florasan и Riosan. Это более ранняя группа, где-то в пределах 98-105 дней. Вот, гибриды невысокого роста, вы видите, они в этом году небольшие, с очень хорошей масличностью. Практически оба гибрида хорошая устойчивость к основным болезням, это склеротинии, фомозу, вот, устойчивы к полеганию. Содержание масла у обоих гибридов доходит до 50-52%. Вот, отличается еще очень хорошим выполненностью и крупностью зерна. Масса 1000 зерен до 50 грамм в этих гибридах. Наклон шляпки 45 градусов, что способствует меньшему накоплению влаги и загниванию шляпок. Вот. Технологичные очень гибриды, ровно созревание получается. Флоросан даже в самых засушливых условиях 2 года подряд показал отличнейшие результаты. Имеют очень хорошую засухоустойчивость. Два новых гибрида, это Мелита Каррера. Это группа более поздняя будет, у них где-то до 115 дней созревания. У нас урожайность Мелиты и Карреры в прошлом году доходила более 40 центнеров. Ну, если по Ставрополю мы получали 34-37 центнеров, я считаю, это для нас очень хорошая урожай. Также здесь, вот в рассвете, на демо-участке Мелита Каррера тоже около 40 центнеров. Поэтому, в принципе, потенциал у гибрида очень хороший. Я думаю, что они со временем площадь их будут. Ну, мы в этом году завезли практически всех гибридов семена, и у нас они хорошо пошли. Если уже система Nautil у них не первый год работает, подсолнечник прекрасно в этих условиях себя чувствует. Вы посмотрите, вот это здесь. Мы в прошлом году наблюдали Флоросан, например, и, ну, и Риосан. Вот по Риосану есть немножко здесь разница получается по цветению. Но почему по системе бывает ранний посев, сыровато и плохая заделка мульча мечтает. Ну вот Флоросана очень прекрасно. Поэтому наши гибриды подходят для системы Nautil прекрасно. И мы заметили это уже не только здесь, в рассвете. В Старополе тоже много используют эту систему. И Флоросан был по большой площади посева, прекрасно себя показал на всех участках. В этом году все ранние посевы подсолнечник очень стрессовал, потому что было холодно, он сидел. А поздние посевы пошли, что они по развитию он даже опережал ранний посев. Да. И получилась выровненность посева лучше. Поэтому по подсолнечнику здесь неоднозначное мнение. Некоторые предпочитают ранние посевы, но для системы именно Clearfill сроки посева здесь меньше играют. Почему сеют рано, чтобы уйти, вот по Clearfill, например, сорняки позже появляются, они обрабатывают. Классика, наоборот, поздние посевы делают, и здесь они проигрывают иногда. Ну, по подсолнечнику сложно. В этот год и прошлый год весна холодная была, подсолнечники слабые. Поэтому, а у Nautil'а, да, это проблема, многие боятся сеять подсолнечник, потому что просыхает. Ну, все равно апрель месяц уже почва просеяна. Это вот горохи по Nautil'у плохо получается, потому что они весной просто не могут его реально посеять. А для таких культур, как горох или там зерновые, каждый день позже это потеря урожайности. Для подсолнечника это я бы не сказал. Ну, здесь вот представлены две наших новиночки. Это Каррера и Мелита. Это подсолнечники по системе Clearfill Plus. Вот даже написано здесь. Вот. Более поздние, они уже до 115 дней, с хорошим потенциалом, с очень хорошей масличностью и прекрасная устойчивость ко всем комплексным заболеваниям. Они очень хорошо держат фомоз, практически растения чистые. В этом году весна была холодная, склеротинии тоже не наблюдается. Ну, как бы, вот, что еще? Очень крупное зерно у них. Масса 1000 семян до 60 грамм доходит. Шляпки стандартные, небольшие. Наклон 45 градусов. Это очень прекрасная ситуация, когда вода не накапливается в шляпке. Вот. Ну, что еще можно сказать? По масличности тоже все они стандартные, высокая масличность. Я думаю, они в прошлом году на демо-участках везде, во всех регионах России показали очень хорошие результаты. Я думаю, что это наша перспектива дальнейшего продвижения этих гибридов. Следующий гибрид LK5543KL, давно в нашем портфолио. Это пятирасовый гибрид, один у нас остался в линейке.
будем говорить. Поэтому здесь работать гидролазерно обязательно. Но заразики здесь нету. То есть мое мнение, что здесь технология вот нулевая, она сама по себе очищает почву от заразики. Там, где даже она была, то есть семена вниз не проваливаются, так как нет сплашки, а сверху они, естественно, погибают. И эта технология чистит, как говорится, поле от заразики. Гибрид среднеранний, очень технологичный, невысокий, с хорошей масличностью. Самый дешевый в сегменте евровладинеров, поэтому всегда пользуется популярностью. И самый продаваемый, он прекрасно занимает. Здравствуйте, меня зовут Руденко Константин, я руководитель коммерческого региона Юг компании Лидея. Компания Лидея на рынке России образовалась 1 сентября 2020 года в результате объединения Евралис и Коссат. В нашем портфеле 6 культур, основные подсолнечник, кукуруза, кроме этого сорга, соя, озимый рапс и один сорт люцерны. На этом поле мы представим вам 4 гибрида. Один из них для технологии Clearfield, это гибрид Generalis. Это среднеспелый гибрид для технологии, которая будет, скорее всего, называться интенсивной. Максимальные его урожаи мы получаем в Краснодарском крае, в Ставрополье, в предгорьях, в республиках. Этот гибрид очень популярен в Черноземье, потому что там севообороты с применением значительного количества удобрений. Именно там данный гибрид проявляет себя и показывает самые высокие урожаи. Гибрид производственной системы SmartR, это разработка нашей компании MySeed, включает в себя три ключевые составляющие. Первый – это гибрид на генетическом уровне, устойчив к самым агрессивным расам заразихи. Собственно, здесь устойчивость 7+, то есть заразихи на нем не будет. Второй момент – это устойчивость к гербицидам, данный гибрид под технологию Clearfield. И третья составляющая – это устойчивость к ложной мучнистой росе, перноспорозу, по гену – это PL15. То есть самые агрессивные расы поражать гибрид не будут. Вегетационный период до 110 дней. В принципе, мы его смотрим, он госсорт испытаний, как он себя покажет, ну и какая у него дальше будет участь. Первый гибрид технологии Евро 1 плюс LK50521. Его основная фишка – это высокая масличность. Это высокомасличный гибрид вот в системе Евровайден Плюс. Самый высокомасличный. 50 и выше. А также это прекрасная толерантность к заболеваниям, устойчивость к заразихам. То есть все преимущества технологии Санео, о которой я уже говорил, это присущи этому гибриду. Но запомнить главное, что это высокомасличный гибрид. Основная его фишка. Следующий гибрид наш новый, 50-455. Кто помнит, у нас был гибрид 55-50, это низкорослый, хорошо созреваемый. Это вот чем-то на него похож, ранний гибрид. Очень толерантный к основным заболеваниям, к ложномочистой росе. Хорошо подходит в этом сегменте ранних гибридов, он должен быть у нас наивысшей урожайности. Также масличность на хорошем уровне. Второй год у нас портфолио. Гибрид, в принципе, очень хороший. Также 7 раз заразихи. Это основные атрибуты. LG5635 очень популярный гибрид, востребованный там, где поля поражаются ржавчиной, где она присутствует. Пензе, Саратове, ржавчина уже на семидольных листьях может наблюдаться в неустойчивых гибридах. На этом гибриде такого не бывает. Поэтому там, где вы видите, есть проблемы с ржавчиной, этот гибрид именно сюда, на эти поля. Масло хорошее. Не рекомендуется изреживать. То есть мы как бы рекомендуем, если стандартная норма золотая середина нашей генетики это 50 куборки, у него соответственно 60-65 куборки. То есть если мы будем изреживать, он будет поднимать корзинку и получать солнечные ожоги. То есть этот гибрид загущение прекрасно переносит, и оно ему рекомендовано.
из 8500 в этом году мы посеяли 1260 гектар подсолнечника и кукуруза 376 гектар. Обычно кукурузу мы чуть побольше сеем, но в этом году снизили лиса гектар. Подсолнечник, в принципе, от 1000 до 1500 мы сеем в этих пределах. А какой урожай вы получаете в целом? Подсолнечник в районе 30-28 центнеров мы получаем. В принципе, последние два года очень влажная, да, урожай неплохой. Кукуруза в районе 45 центнеров мы, в принципе, средние по годам получаем. До 80, конечно, во влажные годы, но это без условий, если условия есть, то не это суховее, такого, как сейчас. Да, не опыление, у нас часть початка без семян. В этом году хоть влага есть, но суховей, конечно, большую часть урожая снял, так сказать. Но, тем не менее, на полях початки были хорошо выполнены. Нет, не все. Не все. Это, если хорошо обследовать, то не все гибриды с выполненными початками. Даже солка, которая повреждает верхнюю часть початка, до семян не добралась, потому что невыполненные початки. Но попадается много выполненных, но есть и невыполненные. Какой вы выращиваете подсолнечник? Классический, яркий? Примерно по 30% мы используем, выращиваем экспресс, Clearfield Plus и Clearfield. Классический? Классический не сеем. Классический только в демо вот в этом году. Да и в принципе в прошлом году у нас были так для себя, для оценки. В принципе, неплохо он себя и показывает и по нулевой обработке, без обработки гербицидами. Есть сейчас новые гербициды, которые используются на любом, даже классическом подсолнечке. Ну, посмотрим, опробуем технологии, будет видно. А почему вы от классического отказались? Потому что перешли на нулевую обработку почвы и замен культивации работаем гербицидами. Какие нюансы вы обнаружили, возделывая пропашные культуры на нулевую? Использование полового разбрасывателя, чтобы не было слоя соломы, раз. Распределение соломы по всему полю, используем воронки. Боронки, зубовые бороны. Когда идет комбайн, он оставляет за собой волок. Этой боронкой мы проходим, барана, поперек, по диагонали, два следа делаем, и мы этот волок раздвигаем влево, вправо и распределяем, получается, полностью закрываем почву этим волком. Вы это делаете сразу после уборки пшеницы? Да. Ну, сразу, через определенное время, потому что у нас одна всего барана, и не всегда успеваем. Так, это первое. Второе. Появился такой вредитель, как моллюск, слизень. Тоже стал для нас проблемой. Ну, мы, в принципе, нашли решение этой проблемы. Биология и химия, метальдегид, который мы вносим на полях. Что вы применяете, чтобы сразу же? Ну, биологический продукт фирмы Аргенса до сева вносим нематоды, черви, которые его жрают, заражают его, жрают. И метальдегид – это химические класс веществ, эфиры, спирты, гранулы, которые распределяем по полю, разбрасываем, ну, либо микрогранулятами вносим сразу селкой. Они слизни, получается, обжигаются, этой гранулы теряют влагу и высыхают. Понятно. А так, в принципе, технология проблемы. А с питанием? Если нет обработки, как внести необходимые дозы удобрения? Ну, либо в предшествующей культуре, когда мы возим и много вносим, поверхностное разбрасывание. Ну, это только селитр, в принципе, может подойти селитр, сульфат аммония. А если калийные или фосфорные удобрения, да, желательно, конечно, либо лигелларисы, и иглами в почву носить, ну, либо севом. Мы обрудовали, например, джангировскую селку,
там была только возможность внесения сухих удобрений, туков, мы дооборудовали бочку, поставили для жидких удобрений и дооборудовали ее внесением жидких удобрений. Получается, мы два удобрения можем носить. Как вы выбираете лично для себя гибриды? Убираю демо, сравниваю за 2-3 года урожайность. Ну и потом уже все это смотрим, стоимость закупки семян, ну и все такое, наличие, стоимость.